Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 20 июня. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Воробьи купаются в пыли перед ненастьем. Утром птицы мира тесно сидят на крыше, поворачиваясь грудками на восток, к сырой погоде. Красные огненные вспышки молний предвещают ветры и бурю. А какая же погода ждет нас завтра, 20 июня? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Золотое Поле Кировского района Республики Крым настоящая жара. За окном плюс 26. Иногда тепло будут разбавлять дожди. Возможно, даже гроза. В селе Золотая Долина Партизанского района Приморского края плюс 18 градусов. Лить будет, как из ведра. А по прогнозам синоптиков, к вечеру ждите грозу. В селе Золотая Степь Советского района Саратовской области плюс 28. Такая температура держится уже несколько дней. Но вот послезавтра она начнет падать, так что будет не так жарко. В поселке Золотая Коса Неклиновского района Ростовской области воздух прогреется до 25 градусов. Если вы собрались провести время на природе, то не откладывайте это приятное занятие. Погода просто прекрасна. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог! Thank you.